Всем привет. Это цветочный видеодневничок у меня. Будет зарисовочка такая. Солнышка нет. Свет включила, какой есть. Может что-нибудь увидеть. Съела Глаксиню вот такую маховую. Съела 8 января. И вот зашли всего два. Один постарше, другой попозже взошел, остальные не взошли. Грунт сделала перлит и вермикулит. Думала, не провалятся, но похоже некоторые семечки просто провалились. Но из 5 2 взошли. Я уже очень довольна, хотя бы 2 будет. В общем, вот я над ними тут хлопочу, проветриваю, брызгиваю, пока растут. Теперь вот эти полученные семена. Вот такая вот глаксиния. Вверх ногами, ладно. И бегония вот такая вот клубневая. Попури называется. Это то, что мне прислали. Вот же я говорила, буду сеять и снимать. Увидела в одном видеоблоге, что сеять мелкие семена хорошо на салфеточку. Чисто белых салфеточек не было. Нашла более-менее светлые в нашем магазине. Вот посеяла на салфеточку. В общем, принцип такой, что на салфеточке семена не проваливаются в землю глубоко и хорошо прорастают. Там было для сравнения. Посеянные чисто в грунт и посеянные на салфетку. Те, что посеянные на салфетку, были в схожесть практически 100%. Ну вот у меня эксперимент. Я в одну и ту же баночку посеяла и глаксинию, и бегонию. Потом подпишу число. Вот такая вот крышечка, и я накрою. Поставлю там на подсветку. А днем я уже отодвинула от трубы. Буду их приучать постепенно к окну. Потому как места здесь маловато. Посевов планируется много, поэтому аденюмы будут переезжать уже на естественное освещение. Ну, в общем, вот такой обзор, как обещала, во время посева буду снимать обзоры. Будем смотреть, что вырастет. Всем спасибо, пока.